В дальневосточной столице сотрудники уголовного розыска разыскали мужчину, который из мести устроил поджог. Ранее, в апреле этого года, в отдел полиции Владивостока поступило сообщение о возгорании автомашины «Opel Astra» около бильярдного клуба на улице Комсомольской. Владелец транспортного средства предположил, что возгорание могло произойти в результате поджога. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев. Установлено, что от огня пострадал и еще один автомобиль «Nissan Tiana», а также входная дверь и крыльцо бильярдного клуба. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку установили личность и задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленной порче чужого имущества. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в совершении поджога. В результате противоправных действий приморца два транспортных средства частично выгорели. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый рассказал, что ночью был в бильярдном клубе. Находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, за что и был выпровожен из клуба. Не согласившись с решением администрации заведения, он решил отомстить, облив бензином двери бильярдного клуба и припаркованную рядом автомашину, совершил поджог и скрылся с места происшествия. В настоящее время расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Олег Завьялов, новости на Восьмом.